Давай сюда, направляй. Ну, давай. Подожди, пока снимай, снимай. Какую вот веревку-то запачкали, а? Теперь надо стирать ее. Давай, поехали, садись. Идите, молитесь. Господь провел нас благополучно. А что, это забираем? Все, пусть оставляем. Да, ну пошли. Куда? Подойди. Помогай. Прям с нами, подъезжай за нами. А вы идите в храм, молитесь. Богом. Ой, да нет. Я ж не буду вставить это злобное. Ну, с тобой возьмешь, не бросай еще вот это, потом. Отпишите их. Ну, там есть второй платок найдешь, иди. Да я мне все равно сумки что-то где-то подать. Убежали, ты не возьмут, иди, говорю, иди в храм. Да потом, это все потом, сейчас. Ты говоришь, что ты не будешь вылазить, ты же про это не сказала. У меня там, на территории, так, все в Бога, видите? Ступай, проводи их до самого храма. Открой же. Давай. Мы тут сейчас поедем книги разгружать, но у нас хватит. Ну-ка, пройди маленько с ними до храма. Откроет храм, в храм зайди, захвати. А потом... Так, сейчас, подождите. Потом мы выйдем и пойдем на разгрузку. Надевайте, у вас платков хватит. Потом оттуда ты вон там пруд, захвати батюшкиных овечек, остановишься и приблизишь, секунды по 3 захватываешь. О! Потом вокруг захватишь машину. Так, 3 поклона. Чтобы храм был, вверх видно там кресты. Так, заходите. Мы вам откроем. А, я выйду сюда. Проходи к храму. Проходи. Все. Где положить венцов своих, алтарей своих. Уходим. Это Игоревы склады. 504 квадратных метра. Потом можно будет поснимать, показать. Это своя машина купили. Это вон дальше видно наш пруд. Пруд, где крещение. Там мы поснимаем. А вон, видать, дальше далеко. Это лагерная Маленько, если можно, приблизь, показать. Это качели видно. Это батюшкино хозяйство, его дом. Вот. Это Потеряевский транспорт. Вокруг, смотри, сколько велосипедов тут. Вон дальше идут. И там машины. Видишь, сколько овечек батюшка держит. Иногда у него до сотни доходит. Поснимай. Пошли. У батюшки березки насажены. Посмотри, сколько створил. Отсюда сейчас храм. Покажи, как он выглядит. Вот этот крест синий и сверху. Этот синий крест сделали на стенке. Вот посмотри. Когда-то он был наверху. Вот отсюда подойди. Более видно хорошо. Вот. Статина это Игорева. У Игоря тут половина стада это его. Это староста деревни. А жена как завуч здесь. Сейчас все в храме у нас. Потом мы придем. Вот. Вон скворец, кажется, сидит. Нет, воробей на храме. Все абсолютно своими руками. Где только Храпьева была. Вот 360, сейчас уже больше 400 на Алтае только погибло. Только вот одно село восстанавливается. По России это 17 тысяч сел. То, что государство, образующее население, было все разъехалось, спилось и ничего. Это умышленный, как патриарх Алексей II сказал, геноцид русского народа. Ну это так понятно. А там он техника, вот смотри, вот у одного человека сколько у него, вон, видать, трактора стоят там, и комбайн, это все с нуля. Он приехал, ничего нету. Один ребенок и все, а сейчас двое учатся. Без поддержки, только на своем горбушке. Все абсолютно. Так, идем. Вы поехали? Да, вот сюда сейчас. Разгружаться будем. Мы сейчас вас разгрузим. Я? А ты, значит, иди туда-туда, мы подождем. Добеги туда и открой этот саманный. И мы сразу начнем разгружаться. Заедем, там ворота открой пока. Подожди, я с тобой пойду. Подожди маленько, когда мы махнем рукой, тогда подъедешь. Выключать? Все, поднесем скворечников. Он сам все насадил деревья, все выросло. Это все с нуля. С нуля. Здесь только одна крапива росла 20 лет. Крапива, воробьи, зайцы. Ну а сейчас живут люди, дети. Это батюшкин дом. Специально сделал. Наверху молиться зимой. Вот, ну и какой домик у него хороший. Здесь ворованного ничего нету. Никаких спонсоров. Сами работали. Продавали. Матушка у него, она агроном. Сотрудничала с институтом, там семена продавала. У них все здесь было. А это вот Плотников, вот тут Серафима живет. А они сами уехали в Грецию. Вася у меня на квартире живет, учится в медицинском университете. Вот. Пожалуйста. У батюшки это первая, самая ранняя черемуха, самая вкусная в деревне. А вон скворцы. Видишь, залетает скворечник. Вон тот скворечник сейчас вылетит оттуда. Вот посмотри на него, наведи. Вот. Вон тот желтый, который... Вот он где стоит. Сейчас что-то не вылазит. Сейчас я его шурну. Ну-ка. Вот он, выскочил. Вот он. Ага. Пожалуйста. Пойдем дальше. Это вот Никитина. Он сам уехал, а мать осталась здесь. Вот деревня. Эта деревня была основана в 1818 году. А Корчино, рядом, которая... считается главнее, она в 1825-м, ну, считай, на 7 лет позже нас возникла. Это вот диакон живет, он, у него, видишь, тоже снегоход, машина, вот, жена учительница преподает здесь, вот. Теперь двое ребятишек осталось, вот, а это вот была тут врач Золотова, кандидат медицинских наук. Она уехала в Академгородок, оттуда приехала в Академгородок. Сейчас где-то в Мерете там в Новосибирской области. Это приехал зять ее, Алексей Загуляев, с Наташей. Теперь живет тут Глушкова. Неонила, это ее дочь и зять. Вот. А это вот техника Потеряевская. Он уже не видишь, там трактор, его видно, свой тракторенок. Дом обделал как. Антенна какая параболическая. Вот смотри, молиться некогда будет. А вот этот дом интересно. Тут самый главный враг деревни был подполковник милиции. Кажется, он подполковник был. Дружинин Геннадий Петрович. Очень сквалыжный мужик. Я преподавал, ввел занятия в его отделе милиции, где он был. Он говорит, такой скандальный мужик был. И он здесь нормально, сын у него был, теперь он к сектантам ушел. А он пьянствовал и все подсматривал, и в прокуратуру стучал. Большие тут проверки были, ничего не подтверждается. Тут секта такая, кого-то ограбили. А потом давай по деревне бегать и прятаться. Меня, говорит, Игнатий хочет убить. Ему, говорят, так он в городе Барнауле. А он ночью приедет, меня убьет. Ну, то есть сумасшествие полное. Я судился с ним за клевету, и он страшно перепугался. Проходит немного времени, и он внезапно его инфаркт, или он умер. И вот этот домик Самана, он нанял из Самана. Это мы его обложили. И что, как Бог сделал? Он против веры был. А тут мы собирались и молились. Он никогда об этом предположить не мог. Мы здесь молились. А потом, видите, как обложили, и никто не покупал домик. Ну, никому он не нужен. Тут ни синей, ничего не было. И она пришла, и я этот домик купил. Как вот он для меня делал. А когда уже все мы здесь ну, сделали как надо. Вот. Сейчас, уже... Сейчас мы сюда зайдем. Вот. Откроем ворота, наша машина зайдет. Смотри-ка. Мы здесь разгрузим наши книги, которые для благовестия. Вот я пошел пока открывать дом, а Николаю махну, он подъедет. Давай, сюда, подъезжай. Смотри. Нет, не надо, не надо. Не надо? Дверь. Не надо, ладно, открывай. А потом он выйдет, вы заедете, тоже разгрузим. Открывай. Банки-то загрузили. Давай, все, выкидывай, а потом книги, а потом заново погрузим. Вот так. Ну, книги свободные. Подите обратно отдадим туда. Теперь главное книги достать. Давай, давай. Сейчас. О, Живые мои голуби, живые. Вот так. Потом мы пойдем голубей выпускать. Я привез две коробки голубей. Это мои голуби. Это сторонку. Тоже сторонку. Это куда? Это никуда не трогать. Туда. Это все туда. Теперь сюда. Так. Подожди. Вот надо было то ли поближе, то ли как. Вот, покажи оттуда свет. Зайди, с какой стороны удобнее будет. Наверное, оттуда. А видно, видно, видно. Оттуда зайди. Видно. Так, вот относите сюда. Вот отсюда их подсовываете. Эти книги куда? Это тоже книги. Здесь. Не-не, не сюда. Сюда. А вот сюда. Все, и посмотри, там написано должно быть. Тогда отдельно положить. Я не знаю, покуда туда заносить или как. Вот сюда можно. Я даже журналы какие-то. Вот так, подряд. Опять. И в один ряд. Не-не-не. Брат, хватит снимать. Таскай. По томам будем складывать. Все, я тут... Посмотри. Ну все пока тут. Берите. Там зайди вокруг и зайди в комнату, там все поснимай. Вот. Вот так. Господь сохранил у нас все. Вниз, на самый низ. Это у нас с ванной изнутри домик. Здесь мы принимаем гостей. Все, какой тут порядок, обои. Все это она сделала Наталья Приходько. Постаралась сестра наша. Это все книги для подарка библиотекам пойдет. У Новосибирской центральной библиотеки все книги наши. 38 книг, так что, Саша, можешь там посмотреть. Вот. у Сережи тот вольер, собаки будут. Ну все пока, потом в другом месте будешь снимать. Пока помоги таскать. У него здесь много ласточек, посмотри сколько. Десятки ласточиных гнезд. А так, вон, налепленный везде. Куда ни глянь, везде ласточки, ласточки, ласточки. И у нас в храме на иконах ласточки. Залетает прям в храме, летает. Вот. И это тут тишина, ничего нет. Завозили асфальт очень далеко, большие камни, чтобы оно не могло, не тянуло оттуда сверху. На каких столбах. Все это вручную. Ну, конечно, была уже техника. Но все начиналось с нуля. Вот зерноочистительная машина, уже не первая. Здесь сварки, работают, дробленки, техника, сварочные аппараты. Тут и ружье у него есть. Даже ружье лежит рядом. Видать, ощущает склад. Пошли. Сарик? Ну, Сарик. Вот отсюда лагерь зацепи, покажи, сам наговаривает. Лагерь, вот это вот наши склады, вот, это балерина называется, большая. Балерина – это сокращенная аббревиатура. Башня летняя резиденция Игнатия Начальника. Это выкопанный колодец. Вот. Это место интересное очень. Слева это лабаз, храним продукты. Справа это тестомес. Искусственно там держать, все делается. Там он парник, ну давай теплица самодельная. А дальше там столовая. Когда думали, что много людей будет... Большие столы, но такие столы, чтобы длина, ширина была 1,80 м, чтобы людям можно было и спать на них. Не подходи только, не надо. Не надо, чужая собака, никогда не подходи. И теперь посмотри на лагерь, видно там, приблизь его как можно ближе. Да, Тихонович, как это чужая собака? Так, что хочешь? Как это чужая собака? Это же наша собака. Не, подожди, не надо, отойди. Я сказал, отойди, это не делается никогда. Я никогда не подойду даже к Сережиной собаке без разрешения, иначе она не собака будет. Она допустит, а она на один уже минус, на один полюс сойдет к низу. Надо, чтобы она облаивала. Это брошенные, ребятишки как-то бросили его тут с разъезда, но его приговорили уже к уничтожению. Ну, а я ему в капне сделал конуру и стал прикармливать, а потом Вите передал, а Витя он сделал конурку, он живет здесь. То есть из ничего можно что-то сделать. Это наша баня, потом давайте разгружать. Фотографируйте без ограничений, где хотите. Сейчас пойдем я голубей упускать, потому что тоже интересно. Давай. Так, хорошо. Заноси туда. Так, куда? Да, садись. Опа. Давай, разгружай. Это все ласка. России. Дрова, наставляют, работа так. Ребятишки тут помогают с детьми. Залазь. Потом дверь откроешь, в комнату войдешь. Давай еще в деревне все сгодится, тут лишнего ничего не будет. Вероятности твой оставлю здесь. Да. Это Надежда Васильевна, она придет, заберет. Наши книги. До одной бумажки вытаскивай. Видите, какой колокол. Посчитай, какой так, ну тогда сразу мне веник. 200 лет. Это вот так вот дальше столы ставим. И там он телевизор стоит. Это просмотровый зал. Это большой экран, очень большой. Дети смотрят. Метелку надо. Погода. Веник дайте ему. Веник. Надо найти веник. На. Теперь, чтобы это у тебя не загудело. Так, ну в комнату можно заглянуть. Давай, тут фонарь зажег специально. Можно в комнату не сходить. Можно не грешить. Данный Господи, помилуй меня, бесчестно, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Мир дому всему. Вот, видите, как здесь, смотри. Какими этажами. Резерв разбита у меня там и здесь. Я люблю на затаренном маленьком пространстве. А? Ваш дом? Ну, это Викторов. Ну, это он мой, но я ему передал его. Мой. Вот все здесь, что строено было, Виктор помогал в этом деле. А так он мой. Я на мой материал строил, один я его купил. Вот. Ну, это летняя моя резиденция. Тут я нахожусь. Вот моя кровать. На нее пока не ложится, потому что я еще живой. Видите, вот это все мои книги у него. Есть. Потом все это посмотрите. Много снимков сделать можете здесь. Здесь очень интересные материалы. Ну что, хочешь шагнуть вперед? Угу. Посмотри. На свет-то ничего ты не возьмешь. Да, это точно. Фух. Много тут было счастливых моментов. Вот здесь вот мы молились. Это зал, он быстро размонтируется. Вот ты не смотри, что маленький такой здесь. Здесь 60 человек, пресс-конференция. 60. Одновременно сидят, только за столами обедать можно. Я сейчас покажу, как на маленьком пространстве можно жить. Посмотри, кровати широкие, это для двоих можно сделать. Вот считай, сколько можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь всего квадратов-то нет. А площадь свободная. Везде полки, полки везде. А только на выходе, вот это вверху, передний свободный. Все. Это распятие. Он стоит, видите, это мой компьютер. Угу. Увидите, вот он стоит свой здесь, ноутбук. Вот. Там книги. Распахни эти книги мои, вон там. Открой дверки. Дверки обе открой и убери бумагу. Покажи. Смотри, как там. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ага. Вот так. О. Вторую там бумагу сверху скинь с книжек-то, вот это, слева-то. Вот, убери ее куда-то вниз. И вторую открой дверку. О. Посмотри, сколько книг. Это все мы несем в библиотеке. В вашей центральной библиотеке Новосибирска все мои 38 книг. Это дар. На 11 760 рублей в каждую библиотеку я дарю книги. Я имею право, потому что я издавал, набирал, платил. Мне никаких тут, спонсоры были. Но не так, чтобы я в долги был. Вошел и не вышел. Я говорил, если книги будут продаваться, я вам заплачу. Нет, значит, я умираю без долгов. Я в проценты никогда не брал в жизни. То есть, так официально у меня нету, что я должен. Но я должен. А вверху вон мешки лежат, посмотри. Это сухари. Это я заготовил столько. Внезапно нужно детям. Не забудь, мы или поедем, один мешок надо утащить. Потому что мы остались без пекаря. Вот так. То есть в мелочи, во всяком простом деле нужно просить у Бога благословения. Вот и печи, вот смотри какие. Я сам печник 40 лет. Это печи мои. Сейчас мы идем, Николай. Да, а что? Заходи. Вот наш шофер пришел. Это вот из Древа новости. Фамилия как? Кряжев. Громче. Кряжев. Капевая. Угу. Александр, вот его представил нам Каспришин Андрей Николаевич. Мир дому всему. Он является первым человеком, который ночевал у меня в доме из посторонних, и притом ночью. Первый. То есть я этого не допускаю. Но тут обстановка такая была, никак нельзя. Родственников нету, едет далеко, заезжает, тем более едет к нам. И у нас устав, везде устав. Но любовь превалирует над всем. Вот по уставу я не должен запускать санэпидемстанции, которая нам вредит. И она осталась на улице. Ну вот мы садимся за стол, я и вытащил юбку, материю там, юбки не налазит, она толстая женщина. Теперь оставь документы. Ты не санэпидемстанция, ты просто приехала в гости. Заходи, обедай, смотри везде. Тебе надо смотреть, была смотрена, но не как санэпидемстанция. Поняла, поняла, теперь я тебя запускаю. Я ни милицию, ни прокуратуру не пускаю. Против меня столько уголовных дел, и все кончились ничем, они все проиграли. Я не нарушил ни разу закон. Они придумали, что попало. Дети, у меня мальчики и девочки спят вместе на вещевых мешках. То есть что попало? У нас мальчики не имеют права против кельи, даже девочки где становятся. Во время игры не имеют права пальцем прикоснуться. А они такое плели. Спят, говорит, на рюкзаках. А судья спрашивает, а вы там были хоть раз, который? Я был. Ну а когда спят? Не был. Ну а как вы можете сказать? Сколько у вас детей было? Я говорю, 75. А подушек сколько? 120. Еще бы не, в рюкзаках спали-то. То есть они никакого предела не знали. Что говорить? Родители не допускают к лагерю. Я забираю детей, я тоталитарный волк. Не допускаю их. А стали на суде выступать один, второй, третий. Говорит, я, говорит, 3 раза за лето была, другая, говорит, а я все лето прожила с детьми. Лагерь комплексный. Могут дедушки, бабушки, родители, по разрешению, конечно. То есть они лгали, а лгать-то не надо было, только сказать виноват, и все бы закончилось. Так, мы уходим. Сейчас я займусь голубями и вас отпущу. Так, Николай, тебе нужно что-то помочь, чтобы ремни сделать? Нет. Так, я пойду.